Приветствую вас, друзья! Сегодня хотел показать вот такой USB-вентилятор фирмы Xiaomi. Стоит эта вещица довольно мало, ссылка будет в описании. Учитывая то, что сейчас начался сезон лета, эта штука может быть некоторым людям очень полезна. Сам вентилятор состоит из USB-адаптера с моторчиком вверху и самого пропеллера. Все пластмассовое. Собирается эта штука вот так вот. Также сам адаптер гнется и можно направлять в удобном нам положении. Использовать его как домашний стационарный вентилятор я смысла не вижу. А вот как портативное решение довольно интересное. На рынке сейчас есть множество вентиляторов, которые работают от пальчиковых батареек. В среднем объем пальчиковой батарейки 2300 мА. Большинство из них питается от одной батарейки, ну и бывает, которые питаются от двух. То есть максимально получим 5000 мАч. Здесь же мы можем взять вот такой Powerbank на 16000 мАч и получить довольно долгоиграющий вентилятор. В собранном виде это будет выглядеть вот так. Так. Замечу, работает очень тихо. Дует не слишком сильно, но чувствуется. Для одного человека вполне достаточно. Конструкция получается довольно компактная, но как портативное решение сможет радовать вас довольно длинное время. Лопасти у своего вентилятора прорезиненные и сильного вреда нанести не могут. Также нельзя не заметить, в отличие от других портативных вентиляторов, которые работают на пальчиках и батарейках, чтобы еще раз им воспользоваться, нужно просто зарядить Powerbank. Других же приходится заряжать батарейки и покупать дорогостоящий аккумулятор, это все занимает лишнее время и силы. В целом дешевая интересная вещица. На этом все, благодарю вас за просмотр, до новых встреч!